Друзья, всем привет! Это будет небольшой видеообзор отеля Seven Seas Palmeras Bay. Отель находится в Коноклах на первой линии после реновации. Сейчас, как обычно, посмотрим территорию, номерной фонд, узнаем об особенностях проживания в данном отеле. Так что досмотрите до конца. Я думаю, будет интересно. С вами я, Сергей Афанасьев, компания Турагент 63. Мы онлайн-туристическое агентство и бронируем туры из всех городов вылета во все страны. Знает, это бывший Кемальбай отель, но сразу оговорюсь, что это не просто реновированный Кемальбай. Мы сейчас входим в группу Seven Seas отелей, поэтому по счету мы уже четвертый отель в этой группе. Концепция у нас по франчайзингу практически один в один, только подстроена под наш регион, да, потому что многие думают, что это просто реновированный Кемальбай. У нас 25 числа будет открытие, поэтому не пугайтесь, да, еще какие-то работы у нас ведутся завершающие. Так, ну смотрите, ультрасовременный ремонт, как во всех Seven Seas. Кстати, друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже ранее воспользовался услугами нашего агентства. Спасибо за ваши эмоции, за ваши впечатления, которыми вы делитесь, возвращаясь с отпуска. Спасибо за ваши отзывы. Ваши отзывы, сейчас скажу, они вдохновляют нас на то, чтобы мы снимали новые видео. Они вдохновляют на нашу работу и помогают новым туристам. Создают, скажем так, твое доверие к нам. Вот. Кстати, все отзывы о нашей работе найти в интернете, просто забейте Турагент63 и вы реально поймете, стоит ли нам доверять или нет. Вот. Если вам нужна помощь в поиске бронирования тура, то переходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагент63. Оставляйте заявку, мы с вами свяжемся и подберем для вас гарантированно наилучший вариант для вашего отдыха. Концепция в отеле идет ультра, все включено. У нас на территории работают 6 баров, да, вот можно посмотреть. 6 баров и один по концепции ультра. Соответственно, 7.24, он у нас открыт. Импортные спиртные напитки у нас тоже включены. В списке, да, именно какой алкоголь включен, тоже можно будет посмотреть. Также в главном ресторане, ну, естественно, шведский стол. И есть у нас уголок для мамы, да, для детей. Всем этим можно воспользоваться бесплатно. Есть два ля-карт ресторана. Один итальянский, он идет у нас в посещение бесплатно. Если 6 ночей и 7 дней, и идет рыбный с морепродуктами, он уже за дополнительную плату, предварительное бронирование. Но там чисто символическая плата, да, 15 евро с человека, то есть за морепродукты это очень даже ничего, я считаю. Самая большая особенность нашего отеля, это то, что мы еще работаем с Coral Family Club концепцией. Что это значит? У нас специальный мини-клуб, да, со специальной программой для детей. То есть у нас семейная концепция все-таки идет. Вот особенность, что у нас специальная программа, именно не просто аниматоры, да, с ними работают. У нас дети поделены на три возрастные категории, да. И в соответствии с этими возрастными категориями, самые маленькие, они, естественно, да, присутствуют вместе с родителями с 4 до 12, как везде, без родителей. Специальные дневные программы, вечерние программы, то есть профессиональные, все они у нас для них подготовлены, все они у нас есть. Есть, конечно, тинейджерский клуб, да. Кстати, друзья, мы расширяем штат сотрудников нашей компании. Если вы мечтаете работать в туризме или когда-то работали в туризме и хотите вновь сюда вернуться, то добро пожаловать в нашу команду. Мы будем рады вас видеть. Мы абсолютно бесплатно вас всему научим. Вы гарантированно будете тратить в два раза меньше времени, но при этом будете зарабатывать гарантированно в два раза больше, чем в любом другом агентстве. Мы ищем менеджеров по продажам в туризме онлайн. Если вам интересно данное предложение, то напишите на WhatsApp по номеру телефона, указанного внизу экрана. Ищу работу, хочу работать у вас. Плюсом еще, да, есть у нас два аквапарка, один для детей, один для взрослых. У нас вот с той стороны, вот вообще, где мини-клуб, вот такая детская площадка, ну, то есть я как называю это, как детский уголок, да, и аквапарк, и мини-клуб, и игровая площадка, то есть они немножко так обособлены от главного бассейна, то есть тоже тихо, спокойно, да, тоже дети, в принципе, не мешают взрослым, тоже очень удобно. Так, еще сразу отмечу, что у нас такой не пенсионерский будет отель, да, то есть у нас прямо будет профессиональная программа, шоу-программа для взрослых, то есть дневные, вечерние. Вечернее шоу очень качественного формата. Номер стандарт с видом на море, Seven Seas. Номер после ремонта, немножко, да, есть, где-то еще не сильно чистенько, все аккуратненько, новенькие матрасы, все современное, стильное, качественное, достаточно большой номер, чайный набор. А вот смотрите, здесь вот, да, где-то мебель чуть-чуть обновили, да, то есть новая здесь плитка на стенах, на полу плитка новая.
Номер идет с видом на море. Вот такое состояние и вот такая небольшая территория у данного отеля. Достаточно очень компактно мы видим. Реновация еще идет, но все очень максимально стильно. Я думаю, когда отмоется и запустится, все будет красиво. Вход там идет песчаный, есть большой-большой пирс. Вот так вот выглядит у нас санузел, зеркало с подсветочкой и темно. Друзья, вы часто спрашиваете меня в комментариях, сколько стоит тот или иной отель. Здесь нет однозначного ответа. Но я вам честно скажу, что на стоимость тура влияет у нас несколько факторов. И количество ночей, и город вылета, и время года. Но есть простое решение. Переходите по ссылке в описании на наш сайт Tour163. Там есть модуль поиска тура с актуальными ценами. Если вам нужна помощь, там же можете оставить заявку и вам делать расчет. Вам помогут. Так, что еще у нас особенность? VIP-концепцию, но я не говорю уже, это уже в каждой пятерке нормально уже есть, да, для повторных гостей, молодожены, дня рождения и годовщина свадьбы. Такая категория гостей, если есть, пожалуйста, делайте пометочки, мы соответствующим образом их уже встречаем. Так, что еще хочется отметить? Про Palmeras Beach Hotel слышали? Вот у нас один хозяин, просто по этому отелю пока нет у нас, да, отзывов. Хочу отметить, что вот у нас хозяин еще занимается сельским хозяйством, поэтому в наши отели, да, особенность поставляются экологически чистые фрукты и овощи. Вообще Алания, да, славится у нас бананами, клубникой, там, допустим, авокадо сейчас. То есть у нас всегда, даже вот в том отеле, не сезон, да, большое разнообразие фруктов. То есть я хочу сказать, что качество питания здесь будет, ну, еще выше, да, то есть прямо на уровне. Вот чем Palmeras Beach, например, да? Просто я сравниваю вам то, что у нас поставка будет именно вот экологически чистые вкусные фрукты и овощи. Итак, друзья, выглядит все многообещающе. Посмотрим, как это будет реально выглядеть в жизни. Вот. Итак, друзья, что мы видим? Вот это здание, фасады обновлены, территория обновлена, бассейны, ля-карт ресторан. Потом вот там вот будет еще такой полукруглый пирс, как променад. Здесь тоже ля-карт ресторан, променад как с магазинчиками. И там дальше вон находится у нас новая зона аквапарка для детей. Ну, выглядит многообещающе. Посмотрим реально, как это будет выглядеть в жизни. У вас наверняка стоялись вопросы по данному отелю, так что заходите на наш сайт Tour163, оставляйте заявку, с вами свяжутся наши менеджеры, ответят на все интересующие вас вопросы, а также подберут для вас гарантированный наилучший вариант для вашего отдыха. На этом все, спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока!